вау, выставка Мосбилд открылась. Она происходит. Это настоящий подарок для нашего дизайн-сообщества. Мне очень понравилась выставка в этом году. Во-первых, мы все соскучились. Много старых друзей, которых мы очень-очень-очень долго ждали. Это, конечно же, большая радость и счастье. Очень понравилось. Я думаю, то, что мы останемся под большим впечатлением, потому что настолько масштабное мероприятие, столько интересных людей, дизайнеров, архитекторов. Столько людей пришло, у всех горят глаза, все прям хотят и жаждут посмотреть много нового, поэтому я в восторге. Бизнес весной, да, когда после такого долгого затишья мы наконец встречаемся, мы рады, что мы опять можем общаться с нашими клиентами, с нашими поставщиками, с нашими дистрибьюторами. В этом году у нас вышло 3 новые коллекции, да, 2 авторские и 1 рабочая лошадка, которая называется Reflection, и она полностью состоит из негорючих нитей. Это доминанты. Дизайны авторские. Дизайны были вдохновлены средневековьем, готикой, ар-нуво, рыцарскими романами. И еще одна не менее интересная история – это Декамерон. Это потрясающая история бархатов с фольгированием и печатью цифровой. Несколько дизайнов, 10, как мы говорим, новелл в разной стилистике. Мне очень нравится, что использована вот эта вот идея из Декамерона. И мне кажется, что очень здорово, что они такие классичные одновременно, то есть явно с корнями, да, при этом ясно, что очень современные. Эстетически, мне кажется, это очень сильно. Этот стенд разрабатывался вместе с дизайнером Зоей Ти. Она как эксперт по цвету совместно с брендом Эспакадо смогла создать эту чудную концепцию и передать настроение сказки. Сказка – это ровно то, что каждый человек хотел бы почувствовать в своей душе, и это получилось. Все очень хотели сфотографироваться и попасть как-то немножечко в эту историю. Он очень здорово отличается, потому что, несмотря на всеобщую истерию, он, я бы сказала, традиционно выдержанный и очень эстетски собранный. Великолепно задекорированный стенд. Здесь, кстати, я прошел, посмотрел все 3 холла. Нету ничего подобного, ни на что не похоже. Индивидуально хорошо сделано, дизайнеры великолепно поработали. Мне очень понравилось. Мне понравилась задумка перехода с зимы в весну. Ну, мне кажется, прям вот ждешь этого настроения, когда наконец-то зима отойдет в сторону и все расцветет такой прекрасной розовой сакурой. Такие звуки, как будто бы ты правда находишься в лесу каком-то. Или то дождь, то какой-то снег, вот сейчас пурга идет. Иногда эмоции гораздо важнее, чем какие-то технические моменты. Я к этой компании испытываю свои собственные чувства, да, и это такая глубокая симпатия. Меня всегда очень радуют успехи этой компании. Поэтому, конечно, я почувствовала и вдохновение, и возрождение. Нам подарили такую возможность. Мы поработали с цветами и объяснили свою технику, и сочетали такие вещи, как ткани, цветы. Это очень интересно. Всегда, каждый год коллекция Эспакадо прежде всего актуальна. Они модные, они в тренде, они нужны. При этом цена, качество, ну, молодцы. Плюс именно фирмы Эспакадо, то, что это ребята очень четко работают, выполняют все свои обязательства, и если возникают даже какие-то проблемы, то все хотят их решить.
человеческий фактор, и то, как построена работа в компании, это какие-то человеческие отношения, всегда лояльность, гибкость. Очень люблю ваш бренд и уважаю за то, что у вас стабильное, хорошее качество, и вы не стоите на месте, и как бы все, что вы делаете, оно имеет смысл и имеет какую-то такую под собой какую-то идею. Сказать, что Испокада всегда являлась той компанией, которая открыта к сотрудничеству. Мы рады новым клиентам, мы рады новым дилерам. Поэтому добро пожаловать на наш стенд, добро пожаловать в нашу компанию.